среду, после обеда, сон для усталых. Всем привет, ребят! Мы сегодня начинаем проходить Mario Galaxy 2. Давай, активируем геймпад. Вот, значит, эта игра у нас выходила на Nintendo Wii. Nintendo Wii 2010 год, издание. Вот. Ну, я вчера посмотрел механику. В принципе, все забавно, правда, ничего не понятно. Все крутится, вертится в разные стороны. Происходит полное безумие вообще. Но прикольно, забавно. История, как обычно у нас. Что-то где-то не срослось, принцессу украли, и Марио идет ее спасать. Вот, в принципе-то, и все. Ну, если понравится, это вторая часть, если понравится, будем проходить и первую, почему бы нет. Ладно, поехали. Так, нажмите А и Б. Играть будем на эмуляторе через геймпад коробокса, ой, Xbox One. Вот. Поэтому управление будет странновато для этого, потому что Nintendo Wii, как мы помним, у нас управлялась с помощью нунчака. Поехали. Давай новое сохранение. Хотите создать файл? Да, хотим. Окей. Выберите иконку. Ну, давай Марио, да? Марио, использовать. Ок. Та-дам! Начать. Поехали. Я, наверное, эти диалоги бесполезные буду скипывать, ну, потому что расскажу-ка историю, которая тоже начинается со звездопада. Раз в 100 лет на грибное королевство падает сверкающая звездная пыль. Это время вновь наступило. Дорогой Марио, не хочешь ли отведать торта, наблюдая за звездопадом? Приходи ко мне в замок. Свидание. Знакомые до боли звуки. Вот эти вот звезды мы будем собирать, чтобы ими стреляться. Там всякая болтовня бесполезная, но собирай их своим этим чем-то. Бабло какое-то, звездочки. Ладно. Это все. Лирика. Ну, Nintendo у нас не про сюжет игры делала в основном, а про механику. Геймплей. Бла-бла-бла. Она мне почему-то сейчас на башку сядет. Странный малыш, похоже, был растерян. Не потерялся ли он? Кажется, Марио приглянулся ему. И под кепку мне залез. Окей. Кепка Марио наполнилась теплом, и он почувствовал в себе новую силу. Управление тоже немножко привыкло, да? Пойдет. Прям на 100% все собирать не буду. Не вижу смысла. Потому что тут, как обычно, некоторые моменты. Ну, поначалу можно много чего достать по звездам, там, по монеткам, а потом это довольно-таки сложно становится. Поэтому не будем заострять внимание на сбора всех предметов. Слишком поздно, Марио. Сила звезд уже моя, и смотри, что я еще заполучил. На помощь! Я огромный. Вблизи даже страшнее, да? Марио! Наверное, я попрошу Пич приготовить что-нибудь для меня в этот раз. Намек на секс? Тебе-то я осилил кусок торта хоть размером с галактику. Я слишком огромен для такой мелкой планеты. Я заслуживаю империю, которая больше подходит под мой размер. Я размещу ее в центре вселенной.
развлекайся со своими дурацкими грибами. Ок. И улетел куда-то в центр вселенной, короче, мы его должны будем найти и, собственно, убить. Но Боузер никогда не умирает, потому что Nintendo нужно зарабатывать деньги. С этими звездами. Так, что собирается, то собирается. Не принципиально. Марио, откуда ты взялся этот монстр? Он полетел с твоей принцессой в центр вселенной. Поторопись спасти ее. Пукай. О, господи, Люма. Юный господин Люма, вас тоже выбросило за борт. Рад, что вы живы. Ясно. Так вы собираетесь быть в кепке Марио? Это должно быть безопасно. Ага, то есть Люма — это у нас тот, кто прячется на голове. Но, Марио, у тебя есть дела поважнее, например, спасти принцессу. Ну как? Знаю, с помощью господина Люмы ты сможешь применить силу звезд. И мы, Люмы, тоже сможем немного помочь. Понято. Давайте. Благодарны за спасение наших друзей. Мы отправим тебя в космос, чтобы догнать этого монстра. Давай, полетели за ним. Давай, полетели за ним. Воу. Истерика пираньязаврика. Ну и название, конечно. Ок, полетели. Пираньязаврик. Наши звезды силы пропали. Наверное, наши звездные силы пропали. Их украл какой-то огромный монстр. Если ты гонишься за тем монстром, то, вероятнее всего, будешь часто натыкаться на звезды силы. Прошу, верни нам звезды силы, и мы, Люмы, будем помогать тебе вдоль всего пути. Ну, а хочешь, собирай, короче, их. Хочешь, не собирай. Не принципиально. От этого как бы игра не закончится. Так. А эту штуку нельзя вращать, да? Забор мешает. Я не знаю, какая из труб мне будет полезна. Давай сюда залезем. Куда-то что-то покрутился, повертелся. Пойдет. Так. Дальше поскакали. В кустах тут часто. Оп. Здоровье у меня на 3 удара. Я не знаю, может, потом будет больше. Эу. Я чуть не отъехал. Блин. Короче, достаточно дважды крутануться, ты его уже заденешь. Я понял. В изометрии тяжеловато немножко звезды собирать. Но надо смотреть просто на их тень, которая на полу падает. На отхил-то дадут мне какой? Так, дважды долбануть, поэтому надо товарища. И он как бы подохнет. Давай посмотрим, может быть. Кстати, там еще заныканная жизнь в желтой трубе. Ну ладно, я за ней уже не пойду. Я на самом верху. Что? Привет, я сейчас помогаю друзьям. Извиняюсь, если забыл про тебя, Йоши. Ну, Йоши прикольный чувак. На нем кататься можно. Я всегда искал звезды силы, как минимум в этом доме их нет. Хорошо. По-моему, нигде нет. Другие люди рассказывали мне о тебе. Спасибо, что помогаешь. Я превращу пусковую звезду. Запрыгивай и в полет. Куда запрыгивать? Ну, давай дальше. Катапульта! Так. Мне снова пополнили здоровье. Нормально. Немного непривычно в Марио играть в 3D, конечно. Но, если я правильно помню, то в последнее время они как раз только в 3D Марио и выпускают. По крайней мере, большинство игр. А выходит, по-моему, их там штук по 5, по-моему, в год. Еще звезды.
пойдет за мной, говорит. Ну, это обучение. О, из жизни капнул. Получено дополнительная жизнь. Это у нас чекпоинты. А я последний не забрал. Не знаю, засчитали ли бонус, нет. Может быть, да. Неважно. Кстати, по склону, когда он бежит, не очень-то удобно получается. Пойдем, наверное, на бонус сходим. Как-то делается. А, вот так. Хорошо. Бам. По-моему, мне надо за определенное время, да, их замочить. Крайне мере, пока музыка играет. Мне бы подохнуть. Вы стали Марио Радугой, вы неуязвимы. Надо было это в самом начале брать. Так. Угу. Этих ребят надо собирать, пока они до конца этой площадки не добрались. Но я не успею, да? Да, у меня звезда кончится быстрее. Ну ладно, ничего страшного. Как правило, первые этапы, они всегда тут несложные. Как бы проходятся с первого раза, но потом будет гораздо жестче. Полетели, да, запросто? Вот в этом и прикол этой механики, то что ты сначала бегаешь по полу, потом вроде как по потолку, а потом вообще неизвестно где. Так, подпрыгнуть там. А мне бы прилуниться. Как это сделать? О. Куда-то пришпандорился. Надо вот где-то тут. Поскакали. Вау. Так, вот эти черные дыры, они как бы присасывают к себе. А грязь, наоборот, тебя замедляет. Поэтому тут надо немножко поаккуратнее. Уже 8 жизней собрал. Ништяк, живем. Давай монетку собираем. Слушай, а у меня довольно-таки большой рейндж. Достает с большого расстояния. Ну, а ну ладно. Пойдет. Что-то я не совсем разобрался, на каком расстоянии можно их бить, эти гумбы. И еще к тому же, надо ли их второй раз ударять или прыгать, или что. Ну ладно. Как получится, так получится. Все со временем. Это красный гриб. Что он дает? Теперь у вас 6 единиц здоровья. Если окажется меньше 4, ваш счетчик снова станет обычным. Ага. То есть будет 6 ударов. Если 2 удара пропускаешь, то будет 3. Они типа один удар дополнительный не дают. Ну как бы 3 дополнительных. О. Одной Нинтендо, понятно, что они тут задумали. Нинтендо. О, попал. А вот эти чуваки, они что, взрываются? Или только дамажат? Так, давай, чекпоинт. Я здоровье восстановил. Но мне кажется, не всегда у меня будет 6 ударов. Так, давай вот тут посмотрим еще. О, и жизнь заныкали. Готово. Полетели. Уху. Я думаю, это босс. Первый, что ни на есть. Ну, стандартный набор у тебя врагов. Цветы, гумбы,
А, по жопе его надо лупить. Сейчас мы ему яичко раскокаем. Ну, пока я говорю, что ничего прям сложного. А так я его погнал, смотри-ка. И все, да? Прикольно. А, он заново, короче, свое яйцо восстановил. Делаем те же самые маневры. Ай. Я в кристалл запнулся. Здорово, ты с работы что ли летел? Я тут с первым боссом дерусь. Так, он меня должен обогнать по-любому. Догнал. По жопе ему надавал так. Хорош. Давайте следующее. Звезду какую-то дали. Да-да, ну по сути это обучение. Это только самое начало. Основным механикам обучает, вот к этому еще добавляются всякие изометрические пространственные прыжки. Та-дам, та-да-да-дам. А лучше у нас звезда. Ура! Как сегодня погодка, да, на улице шепчет? Плюс 15 за бортом. Получена звезда. Истерика пираньязаврика. Станционная галактика. Медкомиссия в Мурманске. Бегал на счет ГОКа 25 минус. Гомедкомиссия в Мурманске. Мурманске. Ну да, сейчас этот какой. Если ты не попадаешь во время обычной медкомиссии, то тебе в Мурманск надо херачить. Раньше все в Ковдоре делалось без проблем. Можно было никуда не ехать. Сейчас да. За свои деньги скатайся, а врачей пройди, чтобы потом работать начать. Это Россия, детка. Выходит, ты тот паренек Марио, о котором мои маленькие люмы не перестают болтать. Я же прав. Жалко слышать веселухи, что была у вас с тем монстром внизу в Гремном Королевстве. Хотя я, конечно же, ценю, что ты протащил нам эту звезду силы. Нам нужно как можно больше. Нам нужно больше звезд силы. Звать меня Луба, между прочим. Я большая шишка этой бригады, Люм. Видишь ли, верь не верь, сейчас мы на космолете. Полетели слегка, чтобы переделать этот небольшой астероид в корабль. Но мы, Люм, мы справились. Выглядит, может, и не очень, но это дом. По-моему, это шар какой-то в виде планеты маленькой. А это, говорит, дом. По правде говоря, корабль. Он сейчас не очень привлекателен. Ну да, на яйцо похоже. Мы столкнулись с тем монстром тоже. Он зашмалял нас метеоритами и некоторых выбросило за борт. Значит, тот монстр похитил твою принцессу, да? Это так низко. Низко, как температура в космосе. Юмор! Юмор от Nintendo. А ты знаешь, что еще низко? Тот монстр стащил каждую из наших сокровенных звезд силы. Ну, как обычно. Наши звезды украдены. Наши цветы украдены. Наши еще что-нибудь украдено? Иди ищи. А они-то наше топливо. Наш космолет работает на энергии звезд. Без нее мы тут застрянем. Опа, неужели это юный господин Люма? Это он, так ведь? Ух. Стой, раз тебе доверяет юный господин Люма, кажется, у меня есть к тебе предложение. Выслушай меня, твою особенную похитили, и теперь тебе обязательно надо ее спасти, я прав? Все верно и да. Зачем задавать вопрос, если оба варианта на него будут положительные? Ну, в смысле, в одну и ту же сторону. И нам нужно топливо для корабля. Теперь, если ты думаешь, что сможешь вернуть некоторые из наших звезд, я бы был не прочь надолго передать тебе этот корабль. Это честный обмен, я прав, Марио? Ну, опять то же самое, опять вопросы эти странные. Все верно и все верно. Могли бы тоже написать, типа, юмористы хреново. Отлично, заметано. Итак, ребята, приступаем к работе. Мы должны сделать лучший космолет всех времен.
Лучший космолет всех времен. Пизда, звезда смертина. Голова Марио такая: пристрелите меня. Бригада Лубы перестроила корабль так, чтобы он был похож на Марио. Ладно, допустим. Ну, что думаешь? Походу, гастарбайтеры были бухие, ну ладно. Классный космолет, да? Или лучше мордолет? Мордолет. Звезда смерти, мордолет. Саш, как минимум, ты никогда не потеряешь его на парковке, я прав? Ну да, а надо будет парковаться для местах для инвалидов. Так что дальше, не смотри на меня, на этом корабле твое лицо, не мое решение за тобой. Отмазался. Изучай звездолет Марио или берись за штурвал, если готов отдать швартовый. Тебе решать, капитан. Игра сохранена. Хорошо, ну короче говоря, нужно вон там за штурвал встать, чтобы начать выбор уровня. Больше, в принципе, мне тут ничего такого и не дадут, да, сделать. Я ему по шее бегаю. Направь на экран, чтобы там появился курсор. Надо всего лишь коснуться курсором, да сколько звезды, чтобы подобрать его. Ага. А, то есть вот этим с помощью вот этого курсора, короче. Я бегаю по усикам. Усики — это пропуск, сами знаете куда. Конечно же, в библиотеку. Слушай, ну так еще проще эти звезды собирать. Курсором гоняешь просто и все. Ну, этими звездами можно тупо подстрелять. Не знаю, потом наверняка эту механику применят как-то в действии. Обыграют явно, чтобы именно выстрел звездами куда-то использовать. Но пока не требуется. Полетела звезда смерти на всех парах. Давным-давно в далекой-далекой галактике. Что ж, это карта мира. А нет, блядь, не карта. Просто наведи курсор на свое место назначения, нажми, чтобы отправиться в эту галактику. Хорошо. Как я уже говорил, так космолет работает на энергии звезд силы. Сейчас, похоже, на достаточно энергии для полета настолько далеко. Нам понадобится больше звезд. Так что давай сделаем это ради твоей принцессы и моей бригады. Чтобы она еще одну звезду смерти подстроила, что ли, я не знаю. Начинаем, капитан. А, ну, понятно. Галактика планета Йоши. Мир первый. Ну, стандартно, наверное, будет... Стандарта будет, наверное, миров 8. Где-то так. В целом, примерно по 10 уровней. 8-10 уровней в одном мире. Ну, то есть где-то 80 левелов. Галактика планеты Йоши. Верхом на Йоши. Ура! Не, Йоши прикольный. Галактика планеты Йоши. Угу. Надо его спасти, наверное, да, он в яйце сидит. Вот эта вот звезда, которую я сейчас кручу одним стиком, это надо вот было нунчаком управлять с помощью сенсор-бара. Надо как-то стрельнуть по ней. Пенсы. Пам-пам-пам-пам-пам. Вообще по барабану ваши цветы. Что расскажут? Кстати, в Луиджи Мэншн Луиджи общается там с Тоддами в основном, а тут Марио со звездами трещит. По-моему, итальянцы у нас разговаривают с неодушевленными предметами постоянно. Я думал, Йоши будет более полезным в поисках звезд, но он просто бегал кругами. И
затем его заточили в яйцо. Если сможешь вызволить его и следить за ним, он может быть полезен. Ура! И-пам, да-ра-та-пам. Так, нужно этого Гаврика как-то по-резкому завалить. Пока он тут гунт не наспамил. Ай-яй. Все, и до свидания. Яичко. Яичко мое. Чпок. Йоши! Йоши вылупился из яйца. Да, а нет, блядь, не ебано. Спас меня. Я пытался спасти своих друзей. А потом меня превратили в яйцо и заперли. Я знаю, мы должны объединиться. Давай, запрыгивай ко мне на спину. Йоши! Так, я назад не пойду, ни хер так делать. Так, вот так вот у нас Йоши, короче, башкой крутит, да? Ну-ка, языком. Языком он трескает этих товарищей, да? Яблоки разбивает башкой, ну, голова это ближний удар, короче, а языком он ловит дальний удар. Понял, принял. Так, монеточка, монеточка. О, Йоши! Это иногда Марио как-то сильно ускоряется. Жука, лови! И жук не ушел. Прицелитесь в еду и нажмите. Да не вопрос. Я так и не понял, какие звезды или что-то где-то находящиеся какие-то предметы пополняют жизнь. Какие из них именно, я не знаю. Ну слушай, с этим курсором довольно-таки удобно собирать эти, как его, звезды выпадающие. Прям до карты бежать не обязательно вообще. Дотянется? Дотянулся. Лови жука. А, все, жук ушел. Жук-бегун. Дотянется? А ему платформа мешает. Йоши! Вот и жизнь собрали. Ишь ты чё. Йоши, хорош. Слушай, ну погляди, Йоши. Тихо. Погляди, Йоши довольно-таки быстро бегает. Марио с этим проблема. Тихо. Вот. Вот эти звезды надо двумя курсором собирать, привыкать, потому что я сожрал свинью. Она меня засосала. Что делать? А! Понятно, я ее запульнул куда-то в космос. Потому что, собирая некоторые звездочки, можно просто свалиться в обрыв. Давай, наверное, сгоняем вот сюда. Кажется, как-то так это делается. Пожираем местных гопников. Давай, Йоши. Судя по музыке, этот бонус он на время. Последний. Валя. Йоши, стой. Йоши там за камикадзе хотел. Бля, куда мне? Мне Йоши забрали. Вот уроды. Он там на острове остался. Я назад мне никак. Пошли за новым яйцом. О, как медленно он прет вообще. Хотя ему нужно какие-нибудь гусеницы на ноги одеть. Он очень медленно идет по грязи. Ну хоть Йоши респаунится, спасибо. Оп, и камерка удобно все.
Главное управление настроить на геймпаде, и так, в принципе, довольно-таки удобно все управляется, наверное, даже лучше, чем на нунчаке, если играть. Так. Все, сожрали. Далековато, да? О! Все, собираем вот эти вот несколько все. Ехи! Хорошо. Так, схвати его языком и тяни назад. Не вопрос. Ага, надо удерживать. Все. Механика подтяжки. Собираем эту дичь. Довольно-таки резко немножко дергается этот тик. Ну ладно. Они убили Йоши. Да не, Йоши живой, это все нормально. Йоши у нас респавнится. Надо вот тяжеловато в этой изометрии привыкнуть. Ты вот реально по потолку бегаешь. Стой, жук. Жука лови. Опа, сожрал. Вот ты по потолку бегаешь. Кто этот такой? Наверное, сварщикам удобно. В пространстве ориентироваться здесь. Потому что у тебя потолок может резко стать полом. За хрень. Только языком его долбанем. Нет, не получится. Ну да. Гумбу дали. Спасибо за бонус. Нахрен мне такие бонусы нужны в виде врагов. Я вот как-то могу это поправить? Нет. Да, вот видишь, изометрия. Иногда перемещение в пространстве. Надо адекватно чувствовать. Так. Ага. Ну этих также надо жрать, короче. Так и большой цветок. Пока вот ничего такого. Все на изиче. Довольно-таки быстро проходится, но... Зная игры от Nintendo, будет трешак минут через... Ну, где-то через час. Геймплея, может быть, чуть-чуть поменьше. Но. О, зацепило. Оживем. С понятия, зачем я эти звезды собираю, прям досконально все. Так, от врагов поубиваем. Так, мне надо наверх как-то, да? Не долетает. Ну так же традиционно Йоши умеет немножко парировать, махая ногами в воздухе. Планировать. Чпок. Все, ништяк. Пам. Бля, как жарко дома. Батареи шпарят. На улице жара. Тихо. Готов был меня сожрать. О, еще жизнь дали. Ща как жизнь насобираем, чтобы потом их просрать на каком-нибудь, да, уровне. В особо жестких моментах я буду пользоваться сохранениями, просто чтобы целый левел не перебегать. Что будет, если я сотню звезд соберу? Понятно, это жизнь. А интересно, звезды, ой, точнее, жизнь и за монетки дают и за этот, как его? А, ё-помать. Ой, все заново. За звезды жизни дают и за монеты традиционно. Ну, раньше сотни монет собираешь, получи распишение, жизнь дали. Сейчас походу за звезды, да, такое? Такое будет даваться. Тихо. Да, блядь. Яичка меня накурили просто. Но я сижу на Йоши. О, как бы ни хрена. А чё он так быстро сожрался?
Какой-то скоростной ёшек. Звезды со временем исчезают. МР точка просто. Остатки мазута осваивают. Кстати, а что там ГОК-то? Ты куда собрался? В какой, на какой участок? А теперь бомбу с крыльями надо дважды долбануть. И что какой? Ну, как обычно, вот это вот дело, то что... Такое себе удовольствие в изометрии прыгать. Совсем понятно, куда ты приземлишься. Вот этого бомбу надо дважды долбануть. Погоди, а что это такое прыгается? Эй! Взял, соскочил почему-то. А что, платформа скользкая? О. Ну так же языком подтягиваем. Тумбочки отодвигаем. О. А сколько раз надо его долбануть? Наверное, пока он оглашен, надо его подпиздуть вот так. Пойдет. Новая фабрика. Короче, ты все-таки туда, да? Ну и нормально, что не все под ума сменится. По какому разряду? О, я видел, там крутился, крутилась звездочка. Так, давай-ка мы сначала вот это дело вытащим. Оп, сейчас жизу как соберем. Надеюсь, она не на время крутится. Эй, надо с другой стороны платформу вставать. Подождем, подождем платформу. Опа. Так, тихо. Гумба может быть опасен. Он там внизу, да, стопудово тусуется. МР точка. Написали 5. Написали 5, но если написали 5, значит 5 и возьмет. Кстати, ничего не терял. Сходил, короче говоря, без этот какого. Как там его? Отпуск-то. Короче, взял тебе академический отпуск немного. Отдохнул и снова по пятому. Нормально. Они могли бы залупиться и сказать, типа, чувак, давай-ка ты это, разрядик мы с тебя снимем. С подтверждением берем. Вот так. Я звезду какую-то нашел. Такую за босса давали. Она так загадочно свистит. Как мне ее взять? Вот так. Получена звезда. Ее, наверное, не особо... А нет, смотри-ка. Походу, ее обязательно надо брать. Ну вот, да, за свой счет отпуск взял. Ну или как его этот... Декретный отпуск взял. За свой счет. Получена звезда, верхом на ёжке галактика планет. Хорошо. Декретный отпуск у тебя, короче, был. Отдохнул полгодика. Или сколько ты там месяцев? Год, наверное, да, почти? Звездолёт Марио может лететь дальше. Ага. Не хочу вмешиваться или типа того, но что там... Но что это там за нечто? В смысле, будь честен со мной, приятель, ты теперь высиживаешь инопланетные яйца? Прям на носу у него ёрша вырос. Да. Замечательно. Так, подожди, пойдем посмотрим. Я хочу ёрша опять. Ну, прикольно. А
хуйня выпала. Походу рулетка это не моё, да? И чё? Ну, у него Йоши на носу. А как его взять? mr.toast. Полгода. Полгода. Ну да, тоже долго. А если прыгнуть в приседе, сделаешь сальто назад, тем самым ты прыгаешь очень высоко. Так, теперь надо определиться, где у нас кнопка Z. Ага, вот так. Значит, получается, надо встать спиной к носу и вот так сделать прыжок. О, охренеть механика. Так, опа, опа, опа. Ну, дело. Я прям в яблочный сад попал. Обожрусь я и помру молодой. Яблоки-то, наверное, кислющие. Режимы подогнали. Не знаю, зачем, но пойдет. Считать, что? Залезай на Йошу простым вращением и прыгать не надо. Нажми, удерживая, пока ты едешь на Йошу, чтобы сделать прыжок полет. Подходит, когда нужно быть чуть-чуть выше обычного. Ну, понятно. Эти механики уже освоил в процессе. Если ты едешь на Йошу и тебе нужно подходить походить самому, то просто удерживай Z и нажми А. И ты не просто следишь, а сделаешь крутое сальто в воздухе. Так. Выседаешь. И вот так. Надо отойти от этой таблички. Вот так. Ну не очень-то это крутое сальто, идите уже. Короче, понятно. Давай следующий. Следующий. А тут даже две можно было звезды собрать. Это, видимо, для отчаянных. Что, три звезды надо, чтобы перелететь туда? А теперь постой, мы еще не можем попасть туда, нам нужно больше топлива от звезд силы. Все зависит от тебя, капитан. По-моему, они вынуждают. А если потом они запросят это какого? 15 звезд для перелета. Так, подожди. Это у нас Евтерикоперян Язаврика. Это я здесь был, да? Штурм воздушного флота. А почему я тут не был? Хера себе. Это реально звезда смерти. Причем это в самом начале. Ебаной. А, эти штуки тебя вырубают. А шары катятся бесконечно. Ладно, хрен с ними деньгами. Мне надо в трубу? Допустим. Это, видимо, искомая звезда, да? Да ладно, она у меня, короче, звезды вышибает. Надо... Вот. А как ящики эти открывать? Может быть, надо... Ключ, ага. То есть нам. А, нет. Я думал, ключ для ящика. Давай попробуем всех завалить. Кто тут есть живой? Может быть, за него дадут еще один ключ. Че, говорить?
О, спасибо, теперь я превращусь в пусковую звезду, заскочи туда, замахни и ты летишь далеко. Подожди ты улетать. Сейчас мы должны шарик долбануть, я еще не готов. Че, надо еще под правильным ракурсом встать, чтобы попасть в эти шары. Странно, что меня в другие локации не пускают, пока я дополнительно левел не пройду. Хотя, в принципе, плюс-минус стандарт. Е-хю. А тут ничего. Так, где эта звезда смерти? О. Сейчас мы туда ломанем, к этому пропеллеру. Йоу. Я, говорит, здесь. Кто я? Где здесь? Мне потом внутрь, да, надо выйти? И чё? Надо дырку найти? Понятно. О, 2D в 3D превращается. Это как-то будет крутиться, вращаться или что? Что происходит? Так, ну по идее эта штука должна вращаться как-то, нет? Ага, ну вот, в полете я должен, короче говоря, упасть в нужную мне точку, чтобы попасть в другую. Блин, надо в лабиринты просто. А где конкретнее мне падать? Допустим. Ништяк. Да, твою мать. Это бонус еще. О, сейчас вообще труба будет. Сейчас как жизнь наберу. Уа, разогнался. Марьева. Марьева, Марьева. Я пока только одну, по-моему, успеваю. Да, две успеваю жизни собрать. Три. Ну, дело. Все. Короче говоря, надо брать звезду. Когда успеваешь на все. И мне здоровье пополнили. И чё? Куда ты едем? Понятно. Давай еще выше. Вот, я здесь. Что происходит? Куда я попал? Допустим. Но я, главное, вырвался с этого лабиринта. Это какой-то определенной последовательности их зажечь. Так, ну сюда не попасть. Ага, надо, чтобы все горели. Осторожно. Чё пишут? Остерегайся космоклонов впереди. Это типа штурмовики, что ли? Если они найдут, а если они пойдут за тобой, убегай. Ага. И батик там на спальне. Они все полопались херам собачьим. Готово.
Ну пока прямо экшен. А, прыгает. Перенесла. Я понял. Вон эта звезда. Надо где-то ключик найти. Ладно. Трен с этими звездами. Ждем, пока ракета пролетит. Вау! И чё, где ключ? Надо по нему шаром будем треснуть. Ну да, вроде он достает. Нормально. Все. Теперь можно во второй мир, типа, я так понимаю, отправиться. Так, звездами глушишь, остальное добиваешь так. Я, наверное, успею, да, сюда добежать? Сейчас ракету подождем. Оп, и полетели. Все. Баста. Ура! Получена звезда. Триста звезд, 85 монет. Монетами, кстати, не балует. Обычно Марио монеты собирал в больших количествах. Хотелось бы больше помогать, чем просто подбадривать со стороны. Знаешь, друг, еще с одним чего можно объединиться. А, ну короче, играть на двоих можно. Тогда одна из моих созвездных люм будет помогать тебе. Она может помочь тебе уничтожать врагов и собирать лишние какие-то звезды. Так что, если хочешь напарника, не стесняйся, пригласи друга. У меня нет друзей. Надо пойти водички, наверное, да, налить себе. Так, станционная галактика, хорош. Странно, вот почему-то в начале игры я оказался вот тут. Потом почему-то я вообще туда пошел, а потом сюда. Ладно. Поскакали. Не, слушай, это даже не новый мир, это просто половина мира. Звездолет Марио может лететь дальше. А зачем? Это бонус какой-то? 300. Видимо, чтобы на этот бонус попасть, ты должен 300 заплатить, да? Хер, давай попробуем. Что это такое? Надо было, наверное, сохраниться, прежде чем звезды всучивать. Похоже, ты нашел голодную люму. Надеюсь, у тебя полно звезд, ведь эти ребята такие даки. Что надо с ней делать-то? Эй, привет, не поделишься со мной звездами? Хорошо. Как же я голоден, накорми меня осколками звезд. Мне хватит 300. Отсоси тракториста. И тогда я превращусь. Во что? Прицелитесь в люму, нажмите Б. Охрененная механика, он сейчас лопнет просто. Бах. То, что надо, я так сыт. Кажется, что я превращаю. Наелся и спит. Зачем это, блин, надо было вот это вот все, типа, пафосно кормить звезду другими звездами? Можно просто было, типа, отправиться в бонусный уровень за 300 звезд. Да нет, образовалась новая галактика. Ну пойдем, блядь, новую галактику посмотрим, я за нее 300 звезд отдам. Да? Он, наверное, бешеный какой-нибудь. Крути, меняй. Ок. Да, блядь. Крути, меняй. О.
Это просто бонусный уровень. Ты с махом подумай. Подумал уже два раза. Окей. Добро пожаловать в галактику. Туру-туру-туру. Убейте кролика. А у меня звезды кончились. Чем она? Прыгай, кружись, пусть они развернутся. Ебать, Толюся, жаль. Это мне жаль, то что я, блин, 300 звезд потратил на эту херню. Копательская. Я не буду больше эту дичь ломать. Это не сюжет, блядь, это не сюжетная тема. Там только жизни проигрывать. За какой-то странный бонус, так что. Пойдет. Планета Копанога. Ну давайте Копаногу. Та-да-да-дам, та-дам. Это какой-то... А, нет. Я думал, новая механика, типа, бурить что-то надо. Ту-ту-ту-ту-ту-ту-ту-ту-ту. Так, ну на эти штуки главное не попасться. Буровые машины довольно-таки опасны. Вот это что такое? Получен крутобур. Встряхните, чтобы начать бурить. Логично. Я здесь бурил, не? Нет, не бурил. Ну, я так понимаю, вечно я с ним бегать не буду. Так или иначе, его потом заберут. Так, ну а здесь-то я все... Во, а что надо сделать? Наверное, вот на этой штучке оказаться. Оу. Она круто буру. И мне его вернули. Короче, вместо. Блин, вместо Йоши у нас круто бур. Вон этого урода опять не, на... не попасть. Я тут надо, да, забуриться. Ура! Че говорить? А, как ты забрался так высоко? Люмы уже ждут тебя на других планетах. Да, давай. Перемещай меня во все. Одну сапожку добавили. Хорошо. У меня бур забрали. Окей, пидор. Давай мне бур. Этих можно и так разыграть. Уху! Уа! Какой смертный, интересно, Марио я озвучил. Уху! Уа! Так, надо что-то где-то забурить. Вот у нас у бурильщиков. Ага. Ну, я так или иначе сюда бы попал. Круто бур топ. Крутобур топ-топ название. Крутобур топ название. Бля, я теперь по потолку бегаю и очень неудобно. Так. Крутобур крутобуром, но где-то надо забуриться в какую-то вот из этих обозначенных площадочек, чтобы оказаться на какой-то другой площадке с той стороны. Допустим.
Да, одно большое нихуя. Так, если я оказываюсь вот здесь, то я буду на одной из высоких башен. Шлёп. Давай хоть монетки пособираем. Да. А, получена медаль с кометой. За счет них над галактиками будут появляться кометы. И чё? Надо как-то вот здесь оказаться. Подожди. Значит, надо вот тут забурить. Чё это? Чё? Ладно, хрен с ним, я ее как-то убил, но... Меня игра куда-то выкинула. Текстуры. Походу. Давай тут забуримся. Подожди, надо выбраться отсюда. Вот, потому что я как-то неверно, я в текстурах оказался. Скорее всего. Странно, это вся хрень. Ну-ка, подожди. Все, может быть, эти вот таблички такие же, как у Соника были. А твою мать. Ладно. Да не тут. Надо вот эту головоломку решить, короче, получается. Отсюда мы сюда перемещаемся. Вот, теперь я, короче, не в текстурах. И вот так вот мы забуриваемся вот сюда. О! Круто-бур, круто-бурик. Ух ты, откуда ты взялся? Увиди себя. А впереди тебя ждет больше люмбу. Нельзя было написать больше звезд. Нахрен их люмбами обозвали. Ждем. Да? Ага, эту падлу, короче, никак не завалить, пока она крутится. Будем знать. Я? Ну, давай на бонус сгоняем, посмотрим. Это, наверное, да, он такой же. А, ебись, вы делаете. Надо всех размотать по-быстрому. И три жизни собирать. А, я упал. Твою маковку. Еще хочу. Готово, давай мои три жизни. Давайте их еще догони, попробуем. Давай, еще и звездов понасобираем. Кстати, отсюда довольно-таки просто упасть. Он еще тут на бордюрах звезды. Я не пойду за ними. Пошли они нахрен. У меня платформа прям подо мной появилась. Постой. Постой. Извини, что устал. Да ладно тебе, прощай. И опять на какой-то пушке хер поймешь. Ай, за мной гумба несется. Понимать, гумба, ты что такой бешеный-то? Они объединяются. Бля, вырубаешь одного, второй встает. Надо крутобуру взять. МР.2. То есть название крутобур тебя не смущает, а другое название звезд смущает. Не, просто на него я больше обратил внимание. Тут вообще, в принципе, много что может смущать. Типа галактика пиранозаврика. Какой пизду это бур, если он, блядь, просто, я не знаю, какой-то штопор над башкой держит. И надо планету, короче говоря, забурить. Ёбаный урод. Нихуя тут Соник. Так, и надо еще под правильным углом, да, это делать. Не, ну прикольно, прикольно, конечно, вот это вот все дело сделано.
Таких механик нигде больше не встретишь, кроме как в Mario Galaxy. В смысле, в других Марио таких механик не встретишь, только вот в этой, ну, в этой части франшизы. Чё ты, блядь, залезешь в эту херню свою, нет? Оба-на. Причём, в основном ты прыгаешь по каким-то маленьким участкам, которые ты можешь с разной проекцией раскрутить, рассмотреть, как бы. Они, наверное, потом побольше будут, но тем не менее. Пока вот по каким-то вот небольшим грибочкам, пушечкам перепрыгиваешь, по каким-то шарикам, они небольшие, но потом, наверное, будут расти в геометрической прогрессии. Они тем самым, кстати, и сэкономили хорошо на этом, на левел дизайне. То есть достаточно сделать какой-нибудь шарик с двумя-тремя выпуклостями, и особо палиться не будешь на построение большой, длинной, прорисованной локации. Это ты, Марио, да? Нравится наш новый корабль. Мы прозвали его Гриболетом. А до этого что? Мордолет, Гриболет, да? Скоро улетает. Ну то есть сейчас, да, короче, мы прозвали этот корабль Гриболетом. В общем, натрескался ЛСД и скоро улетаем. Ах да, забыл представиться. Я нашел стильный налобный фонарь, поэтому я капитан бригады Тодда. Здесь неподалеку страшный монстр, будь осторожен. Ну да, под такими-то этими приходами будет и монстр. Подожди, мы сейчас пойдем к нему драться. Это понятно. Вон там. Да я вижу его, чёрт. Люмали, люмабум. Добро пожаловать в магазинчик Люм. Я могу продать тебе что-нибудь полезное всего за 30 звезд. Ага, то есть есть резон звезды собирать. Понятно. Жизнь, здоровье. Давай здоровье. Да? Давай здоровье. Замечательно, теперь накорми меня в обмен на этот товар. Накорми меня звездами, чтобы получить грибы. Ух ты, объединение. Приятно иметь с тобой дело. Итак, превращаюсь. Сейчас его порвет. Бац. Вот, теперь у меня будет 6 ударов. На босса должно хватить за глаза. Пойдем порвем ему жопу. Так, надо в изометрии, стоя на потолке, блядь, нажать нормально под этим, как его, под правильным углом кнопку прыжка. Долика не детская игра, Долика. Это скорее наркомановская игра. Вы повернете мне угол-то, нет? Подним звезда. Так, смотрим, чем его. Крутобурами надо его мочить, да? Куда, Миха... Блять, я не заметил эту штуку. Механику дали, надо освоить. В ногу его вообще не вариант долбануть. Ах ты, падла грязная. Так. А я только могу бегать по внешней стороне вот этого кружка. Сейчас я привыкну просто к механике и потом его размотать. На тебе, в манду. Я его проковырял? Кажется, да. Так, он сейчас опять свою. Я успею. Хорош. Улетай, комар Евгений. Так, а если я бью в тот момент, когда он запускает своего урода? Я не попал. Не, ну слушай, даже вот с боссами биться интересно. Так. Ну, твою маков. Я думаю, что ему там пару ударов осталось. Надо, чтобы он свою эту будку раскрыл. Давай, пизда тебе. Я думал, прям по всему шарику надо будет бегать. Нормально. Трунь.
Че, я могу и так поговорить. У меня же есть супербур, или как, крутобур. Ту-ту-ту-ту-ту, получена звезда. Хорошо, найдена медаль с кометой. Подожди, а почему мне засчитали так, то, что у меня это уже четвертая звезда, если предыдущие три я потратил на перелет? Че, че за хрень? Вокруг сплошное наебалово. Звездолет Марио может лететь дальше. Хорошо. Ну, там бонусный уровень, это понятно. О, один из моих ребят вернулся. Мне было интересно, что с ним стало, когда его выкинуло. Мне вообще похер. Он построил корабль, чтобы вернуться. Вот моя бригада. Эти ребята все твои друзья, да? Нет, я их не знаю. Если когда-нибудь захочешь посетить этот корабль, просто встань на этот телепорт. Какой корабль? Подожди. Что-то где-то появилось? Странную звездочку дали. Какой-то чувак появился вот тут. Эй, все ждут тебя на гриболете. Мы нашли гриб жизни и держим его там для тебя. Я просто посмотрю. Весь Марио, короче, он как в бородавках, вот из-за этих вот всяких кустиков и так далее. О, вот это мой гриб. Здорово, мужики. Этот космолет должен проходить на Марио, но по мне он выглядит больше как Луиджи. Интересно, как там Луиджи? Он все еще в грибном королевстве? Ну ясно, они будут всякую дичь болтать. Привет, Марио, мы бригада Туадов. Наша цель найти звезды силы и спасти принцессу Пич. Не волнуйся, ведь у нас все под контролем. Это миссия, детская игра для бригады Туадов. Тебе звезды вообще. Я домой хочу. Мне некомфортно среди этих грибов тут находиться. Это как минимум статейка. С грибами разговаривать к тому же. Так, у нас теперь путь разделяется на две части. Скорее всего, тут одна звезда. А тут две, ну и там в конце босс. Это будет первый мир. По идее, надо сначала это проходить, а потом вот это вот. Чтоб по прямой чисто так, чик-чик. 7 звезд. Вот, у меня 4. Ага, у меня 4. Здесь дадут одну звезду, вот в этом левеле. Вот здесь одну звезду дадут. А потом как хочешь, типа хочешь здесь ищи, короче. В каком-то более сложном уровне. Либо здесь. Я в галактику Йоши пойду. То есть как ни крути, у тебя типа заново надо проходить уровни, но только по-другому сделано. Ну да, они на этом хорошенько сэкономили. Будем тогда в каждом мире выбирать более простые, короче говоря, уровни, чтобы особо не париться. Ну, там потом, наверное, их вообще не будет просто. Но будем проходить повторно. Более, ну, чтобы быстрее звезды надевать. Хреново, хреново, что пропуск на следующий левел, это, блин, обязательное прохождение предыдущих. Ладно, прежде чем сюда идти, давай, наверное, перекур и хоть водички себе налью. Жарко. Вот. Давай, сейчас подойду.
Давай, наверное, помчали сразу туда. Планету Йоши. Чтобы потом не возвращаться. Ну вот. Каждый уровень надо проходить дважды. Можно. Нескончаемые колючкины. О, стандартные враги. Его обойти лучше, да? Уровень немного изменился. Яблоки, я так понимаю, только Йоши, да, собирает? А как туда забраться? А? Давай, Йоши. Все, вам труба. Наверное. Подожди. Как их убивать тогда? А, дважды просто долбануть по нему. Подожди, давай мы оглушим. Ну я. Давай бонус. Понятно. Ну, я так быстро не убегу от них. Хреновый бонус. Жаль, печаль. Ладно. О, хоть яблок пожрём. Этот чувак, который ползает, он, я смотрю, вообще безобидный. Иди-ка сюда. Я его без облака оставил. Ты не будешь летать на облаке? Его докуда-то допинать, наверное, надо. Так. Там звезда с перемещением. Давай мы жизнь соберем. Вот этого товарища сожрем и туда. Угу. Долетел. О, добро. Собрали. Все, валим, валим. Мне больше тут делать нечего. Так, тут у нас что? Тут звезды, бесполезняк. Вот это дело открываем. Надо, чтобы он мне сюда закинул. О, еще жиза. Ну-ка, давай-ка мы его попробуем этим челиком. Даже Йоши не может есть эти колючие штуковины. Или может? Бля, ну без понятия. Где он? Надо его поймать. Попробовать в него запустить. Точнее, им запустить. Что надо? Я его изгнал. Во. И теперь тащим это дело вот туда. Бам. Блин. Я куда-то в другое место, да, долбанул?
банана хоть. Колючек много. Ну вот, ну попал. Ай да Пушкин, ай да молодец. Лихо. Надо думать, вот этого челика сначала обезвредить. А он будет все равно подкидывать. Ну идите вы в очко со своими чуваками. Так, а как мне туда попасть? Вот как-то так, надо на цели, да, подлоки. Мне что, одновременно надо убивать? Так, Ёша, стой. Все, до свидания. Сейчас второй прилетит, кстати. Он, сука, прямо у меня их швыряет и все. Не попал, ты смотри. Тут еще надо... Блять. Такие уроды, а. Вот начинается уже трешак какой-то. Может на батуте в него швырануть? Попаду? Попал. Спасибо. Обращайтесь. Все. Оказалось чуть-чуть попроще. Я думал, как-то прыгать надо на вот этого урода на облаке, но нет. Им надо как-то вот в эту штуку запомнить. Нет. На, не на время. А, и чё? Как залезть-то? Ну, отодвигаем ноги. Я хотя бы точно уже не это. Так. А я тут без Ёши ничего не сделаю. Я чуть не подох. И все, и он исчез. Ах ты, падла. Иди сюда. О. О. Ты одного, короче, сожираешь, прям тебе второго притаскивает. Ну. Да. Надо успеть, короче, долбануть по одному. Вытащить этот ящик. Подожди теперь. Это так. Сразу же этого товарища съедаем. О, теперь получится. Надо учитывать у тебя, в какую сторону курсор направлен. Пойдет. Ну тут надо только так запрыгивать. Я чуть не свалился. В чем дело? Босс. Бля, буду.
сучка. Это жирная черепаха, да? У него надо этих товарищей швырять. Еще надо умудриться попасть. Попал. Хорош. Тут, короче говоря, какой. Основная механика на этом построена, на четкости нацеливания. Даешь и верни. Блядь, взял, свалился. Жаль. Давай, говняков своих. А, блядь. Они тебя отталкивают в разные стороны. Он их убивает еще. Не очень. О, сейчас попадем. До свидания. Ну так же, наверное, три удара надо не у него долбануть. Я больше не буду собирать ничего. Давай, атакуй. Так, он что-то зачистил. Сожрем один патрон. Ждем атаку. Ой, вообще не туда долбанул. Как бы у него... О, нормально попал. До свидания. У меня очки слетели. Ну, прикольный босс, только это... Платформа маленькая, чтобы с ним драться. Было бы пошибче арена, пошире. Было бы прикольнее. Ту-т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 ун. Сейчас две звезды надо получить, чтобы пробраться к боссу. Ну, там, как обычно, там... Болзер будет прыгать из одной... в другую эту... Кубики у меня появились. Жалко, что отдалить нельзя. И там где-то вякают. О, камера сама отъехала. Вон там кубик. Жизнь дали. Ништяк. Ну и все, пойдем на уровень. Вот не на тот. Там вообще какой-то беспредел. Давай сюда. Вверх дном. Оп. Ну тут тоже, наверное, спустя вот эти уровни... Тоже можно по два раза проходить, нарушая законы гравитации. Ну, тут, по-моему, всю игру нарушаешь законы гравитации и физики заодно. Сейчас все будет крутиться, вертеться под разными плоскостями, короче. MR.Toaster. Если ты разговариваешь с Богом, то это молитва. А если Бог разговаривает с тобой, то это шизофрения. А по поводу грибов, то это явный наркоман чертов.
Ну тут Марио, да, тут и он с грибами разговаривает и вообще с разными этими звездами. Это переключатель. Но я сейчас долбану по этому переключателю, короче, и начнется. Ебать, Люся, ты кто вообще? Ну, на острие явно на него прыгать. Подожди. Вот так вот. Понятно, я его больше трогать не хочу. Да. О, я нашел лазейку. Ёпа-мать, вообще. А как от этого всего избавиться? Бля. Я сейчас подохну просто. Надо ему по губищам дать. Давай, падай. На-на. В очко ему. Еще. Сколько раз надо по этой курве долбануть? Хоть попадаю. Ну, отъезжай, вроде. О. У меня дури не хватает до этого цветка нормально присесть и прыгнуть. О. Чтобы что? Бля, это очень странно все. О. Я не знаю вообще, правильно ли я иду. Ну ладно, пока монетки собираются, они собираются. Бля, я опять на потолке. Теперь на полу. Ну, поди вниз. Спасибо, крепно. А, мне бы выбраться отсюда вообще. Так, этим чертам вообще нахер не подходить. О. И пол-то опять потолок. Бонус. Да, пошли они робот с своими бонусами, они опять бешеные. Эй, тут я не попаду. Ладно, пойдем хотя бы в бонус. А где мега эта штука? От каждого надо минимум 3 раза долбануть. Ну, бонусы более жестче стать. Ладно, хотя бы так звездочки подсобираем. Пойдет. Так, надо что-то где-то переключить. Я вот все думаю, может быть, первый переключатель-то все-таки мне больше бы пригодился, или нет. Как добраться-то туда теперь? Уй-уй-уй-уй, ну что ты, куда ты в сторону? О. Надо переключатель обратно. Он, кстати, этот за уступы теперь зацепляется. Бля. О, что это? Можно было ему, оказывается, бить по этим штукам. А как мне вниз-то упасть теперь? Но загадка. Может, она сюда достанет? Ну, за вниз как-то переместиться. Ну. Да. Так он не долетает. Бля, тяжело играть платформинг тормашками, вообще труба. Не упади вниз, ты можешь сдохнуть, ходишь, пидор, вонючий. Господи, верните меня домой. А не вот это вот все.
Ну тут мне не забраться. Я, блядь, переключил и все сломалось. Да как на эту платформу-то попасть? А где она должна меня вниз довести? О, я попал. Ура! Теперь, да, вот так. Вот здесь надо заныкаться. Пережидаем. Пизда вообще. Ну, надеюсь, я правильно вошел. Оп, быстрее. Мне повезло. Не, ну если идут чекпоинты, значит я все правильно делаю. О, вы стали огненным Марио. Трясите. Трясите, чтобы метаться огненными шарами. Огненная Марио крутой. Надеюсь, это не на время. Так. Ну, это на время. Отстой. Я думал, что навеки вечные. Кстати, как в метро видим. Механика. Все. Ну, вот то, что перепрыгивать от стенки к стенке. Да, пошли в очко. Я не попадаю. Похер, короче. Блять, 2D сначала становится, потом в 3D превращается, а потом вообще сверху видно. Местами очень неудобно. Хрустись, трясись. Чё, дурные, что? Так. Все понятно. Никто так просто эту жизнь не отдаст. Давай хотя бы звезду соберем. Так. О, собрал. Все. Да, непростой уровень, короче, когда у тебя вот это вот все крутится, вертится. Под разными плоскостями. Так-то игра не пустая. Она и построена на этих механиках. Но когда они еще усиливают эти механики, вообще башка начинает ехать. Мозгу сложно адаптироваться, с какой стороны тебе смотреть, сверху, снизу. MR.toast. Так, ну кто меня отвезет, я уже нашел. До Мурика-то? Ну, вот хорошо. Че, кстати, по деньгам-то сейчас билет до Мурманска стоит? Ну, в смысле, за бензин завошлять. Так, тут еще один левел открылся. Но нам этого хватит, чтобы угореть. Конкретно, например. Прайсу галактик. Оп. Еще лет уже, кстати, в Мурманске не был. В поисках капитана бригады Тодов. Бригада Тодов. Добро пожаловать в галактику.
Я на уровне или... Или в каком-то хабе? Вроде уровень. MR.Toaster. Не меня бодяй повезет за интим услуги как-то. Ну, нормально. Хичхакеры, лесбиянки там и все такое. Мне главное соблюдать негласные правила дороги. Ну, типа заминчик доехать. Мы обнаружили звезду силы. Наш новый капитан ведет активные поиски. Хорошо. Это ваш новый капитан? По-моему, блядь, эта птичка опасна. Я ей на пузо прыка, а она того. Звезды еще эти прыгают? Ну, не особо, я смотрю, так чуть-чуть перемещается. Плюс-минус. А под воду, мне так понимаю, нельзя, да? А не, можно. Что пишут? Менять ракурс камеры ты можешь с помощью, ты услышишь бип, если его нельзя будет улучшить. Для сбоса ракурс. Нихера, по-моему, этой механики должны были в самом начале были научить, разве нет? Они учат спустя, блин, целый мир. Да, детка, ты космос. Вау. Забираем. Ну и все, по-моему, тут больше ничего такого нет. Не, ну в начале вот этой локации прям такое ощущение, что реально, блин, какой-то хаб пришел. Вместо головы моря. Так, подожди. В трубу я пока не полезу. Я окажусь вон там. Скорее всего. Где вот эта черная дыра. Оп. Звездок насобираем. Трюп-трюп-трюп. Это подвохом пахнет. И чё? Это теперь у них бонусы, да, такие? Понятно. Уху! Вообще, я как будто подвиг совершил какой-то. Так. Что это за бревно вообще? Ну кто такие? Подойдем. Вы стали Марио облаком. Трясите, чтобы создавать для трех облаков платформу. Облачный Марио. Потряс. Потряс. И потряс. Хуя голубей. А еще потряс можно? О. Кстати, вот таких вот Марио я еще не встречал. Чтобы он облака мутился. Ах ты пидор, он мое облако сломал. У него шапочка прикольная. Я так понял, что я таким Марио стал на время. Или нет? Да, на время. Короче, в любые костюмы Марио, которые одеваются, они со временем исчезают. Запомнил. Коснись вода. Потеряй облака. Дальше больше, иди дальше. Что, блядь, вообще? Сейчас глаза вытекут просто от этой херни, и мозг лопнет. Коснись вода, потеряй облака, дальше больше, иди дальше. Что? Нахуй вообще. Блять, ну прям затылок мне долбанул. А, я не на ту кнопку жму, понятно. Коснись вода. Давай. Сейчас как станем Мега Марио.
Опа. Есть еще бонусы. Да, нахер. Чекпоинт. Все, мне делать больше нечего. Я хочу облако сделать. Так, долбанулся. Подожди, есть идейка. Пока я, блин, собрать-то хочется. От стенок либо. О, нормально. Не обязательно было, можно было бы обычным Марио туда запрыгнуть. Ок. Подожди, читать. Сначала все соберем. Берегись, космоклона впереди. Если последует за тобой, удирай. Ну. Давай, космоклонов свой. Ха-ха-ха. Нахуй вы меня поймаете. Надо звезду собрать, да, полностью. Пиктограмму. Вельзевул. Сатанас. Люцифер. Я. Где еще? Вон он. Готово. Пошли нахуй, клоны. Вот это еще пипку надо собрать. Я должен, наверное, быть каким-то этим облачным Марио, да? Я подожди, ну-ка, присядем. Да, не достает он. Где звезды? Все, и звезды улетели. Жадность фраера, короче, как обычно. Где? О, тут. Давай. Я сначала эту штучку разъебу. Чпок. Прикольные враги. Ты чё тут стоишь, ноешь? Наш капитан гнался за той обезьяной, я просто не мог успевать за ними. Я так устал. Зачем тут периодически елки выставлены? Что с ними ничего сделать нельзя. Блядь, ебаные заметы. Вот к стенке держаться. Как-то так. Почему у меня облака-то не появляются новые? А нет, пошли вы в очко. Все, я забрался. Ну-ка, что этот домик скажет? Совет лист. Нажми Б, стреляй звездами во враг. Оглуши враг. Пни враг. Враг лететь, пока-пока. Он не дарталец, походу. А зачем мне их пинать пока-пока? Ну, по-другому сделаю. Тихо. Я звезды пособираю и свалю от них. Правильно. Чё, вот смысл, да, пужиться, короче, с этими цветами, убивать их, если можно не пужиться. А чё, подожди, тут же облако было. Ну. Я, короче говоря, могу свои штуки мутить только когда я не в воде.
Непонятно с облаками, короче, как быть. Сколько раз я могу и когда делать. Ух, одна обезьяна в очках бросила мне вызов. Ух, в гонке. Беги вместо меня. Сейчас я к такому не готов. Ух, быть капитаном оказывается сложнее, чем я думал. Ну а что ты хотел-то? Назвался груздем. А, ну понятно, он одна обезьяна, да. Бля, я не хочу с ним больше разговаривать. Сейчас он пока не продрищит со всеми диалогами своими, он, короче говоря, мне не даст пройти дальше. Можно... Тихо, ставим. Я тут со страху себе, блядь, облаков налепил. Думал, упаду. Но можно, короче говоря, делать с... Ну, не обязательно прям... Можно и без облаков, короче, пройти. Сейчас мы должны отпиздить обезьяну, да? Обезьяна. Не, она не желает драки. Ого, не ожидал тебя увидеть. Молодец, ты забрался сюда. Меня называют макака. Обезьяну называют макака. Хорошо. Не, ну это пиздец. Кажись, ты можешь быть мне достойным соперником по скалолазанию. Хорошо, забирай эту звезду, поговорим потом. Вжух и все. Еще увидимся. Ну ладно. Обезьяна, макака. Ну это Nintendo. Получена звезда в поисках капитана, хорошо. Немного осколков звезд, немного монеток. MR.Toaster. Какое обезьяне обычное имя? Да, я бы удивился, если бы, да, знаешь, обезьяну зовут слон, блядь, какой-нибудь. Обезьяну зовут кружка, там. Обезьяну зовут макак. Они, наверное, блядь, думали целые две секунды, наверное, как назвать эту обезьяну. Теперь Марио может лететь дальше. Так, слушай, потому что я не хочу говорить это больше одного раза. Видишь того Тодда? Он начал брать звезды на хранение. Думает, что он своего рода веселый банк или типа того. Может, сходишь туда и проверишь? Это барыга местный. Что да как, я понял. Сейчас мы ему сольем. Смотри-ка, ты принес с собой какой-то парящий сувенир. Это цветок облака, да уж, чего только странного не существует. Но, короче говоря, как и в прошлый раз, ну, когда Mario Bros, Nintendo, Wii, там вот это вот длинное-длинное название, которое я уже проходил на канале. Короче, мы сможем за звезды или за бабки, скорее всего за звезды, это скорее всего основная валюта. Мы тут сможем покупать, короче говоря, вот эти вот апгрейды себе. Цветки с огнем, облака и так далее. И потом некоторые уровни дополнительно открывать, допроходить, чтобы там собрать еще бонусы. Спасибо, но нет, но эти штуки надо будет копить. Ведь так? Где у нас барыга этот стоит? Моя работа – выжимать энергию из каждой звезды и перерабатывать ее в топливо. Подожди ты, топливо. Да, слушай, смотри. Раз, два... Ну, блядь, жирный мешает. Камеру не повернуть. Раз, два. Третье будет облако. Потом еще четвертая, пятая, шестая и седьмая механика. То есть, скорее всего, Марио летающий, с огнем, льдом. Облако. Ну, еще какие-то три. А что он вышел? Давай хоть жизнь залутаем. Бах. Не то. Еще давай. Сейчас мы все жизни нафармим. Дау. Не то. Сколько вероятности, что кубик сраный будет падать?
Уже задалась, сука. Понятно. О. Та-дам. Сохраняемся. Так, мы чё, мы пойдем на следующий-то левел? Так понимаю, что я там... О, барыга. Иди-ка сюда. Марио, угадай что, я решил стать банкиром. Если ты дашь мне звезд, осколки... Если ты мне дашь осколки звезд на хранение, я смогу помочь тебе поделиться твоими с друг... Я могу поделиться тебе... Блядь, почему иногда картинка обозначает слово? Но иногда это слово... Не нужно употреблять предложение, иначе оно начинает рассыпаться. Я смогу помочь тебе поделиться твоими звездами с другими игроками через файлы сохранения. Я не буду ни с кем делиться. Онлайн в Nintendo Wii умер, а в эмуляторе его не было тем более. Либо если ты играешь в одиночку, я все равно смогу хранить твои звезды. Я тоже постараюсь искать их. Пиздобол, ничего там не искать не будет. Сейчас у меня 100 на счету. Хочешь положить или снять осколки звезд? Давай, давай внесем вклад. А, у него сотка, а у меня 217. Положить. Бам-бам-бам-бам-бам. Три соточки. Кажется, у тебя много... Вот, я о чем и говорил, то, что иногда это с картинку не нужно читать как слово, потому что вот жопа начинается. Как же у тебя много звезд, осколков звезд. Вот, рассыпалось предложение. А иногда эту картинку надо использовать как слово. Как же у тебя много осколков звезд, не читаем. Но ты понимаешь, про что конкретный разговор. У тебя есть небольшой бонус жизни. Для тебя. У меня есть небольшой бонус жизни для тебя. Надеюсь, он пригодится. Благодарен за пользование Тоддом банкиром. Бабки ему сливаешь, тебе жизни дает. Пишите. Давай уже на босса пойдем. Правда, вот не совсем понятно насчет того, то, что там. Где у нас облако торчало и все такое. Звездолет Марио может лететь дальше, хорошо. Так полетели, что ты тупишь? Это же не уровень, да, никакой? Вот этот. Ну-ка. Ага. Как там, мордолет? Огненный флот Боузера младшего. Давай заценим первого босса. Причем, по-моему, его тоже дважды можно проходить. Но это не точно. Журчащий живот жвастика. Обалдеть. Это пазл мне 7 звезд обошлось. Ну, а дальше никак. Иначе. А, это чуваки в касках за оригинального Марио. Ну, все так. На него прыгнуть надо. Подожди, я хочу проверить, как их убивать. Вот так. Ну, почти как гумбы. Но, кстати, в оригинальном Марио, он же этот, как он. Он же их убивал с помощью этих, как вот, ду-ду-ду-ду. Ну, просто их можно было запулять. Ой-ой. То есть у него когда каска слетает, эта каска просто никуда не исчезает. Все, он падает. Я как козырный. Ну, до первого Боузера, наверное, будет несложно дойти. Черепашки традиционные. Блять.
Кусючи. Они восстанавливаются. Да-да-да, я помню. Я помню. Нахуй пошел. Ай, блядь, ебаная изометрия. Неудобно играть в платформеры в изометрии. Ты не видишь, куда ты точно приземляешься. Ты в основном прыгаешь на аду. Так. Второй левел какой-то. Да. О, куда хочу. Тут мне черепашка не достанет. Можно, конечно, было бы звездой ебануть, но обойдется. Ту-т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 у. Говорить. Вот совет, чтобы приземлиться на узкое место, прыгни и закружись. Хочешь увидеть как? Поехали. Удар в прыжке, что ли? За счет вращения в воздухе ты подлетаешь чуть выше. Это отличный способ не промахнуться, приземлившись на месте. Ну, это тренироваться нам. Сратый гумбы. Тихо. О, сейчас мы жизу подберем. Теперь у меня их 6. Я готов драться с боссом. На Землю похожа планета, над которой я пролетал. Фью-фью-фью-фью-фью. Ну да, и драконы стандартные, как и было в Марио там. Супер Марио Брос, Ви, что-то там. О, ха-ха, и до сюда добрался. Мне нужен мой папа, чтобы прикончить тебя. Я приготовил тебе огромный сюрприз. Эй, жвастик, ужин готов. Не забывай оберегать свои больные выпуклости. Что, блядь? Какая мерзкая хуйня. Не забывай оберегать свои больные выпуклости. Что это, типа киста, блядь? Опухоль какая-то. Какие выпуклости могут у Марио быть больными? И у него на башке будет сидеть этот дракон, да, стопудово. Лупить его надо по этим шарам красным. Всем понимаю, что надо делать. О. Подожди. Он на секунду буквально вот задерживается. Но я ему хорошенько так пизды прописал. Теперь ждем, пока он еще раз туда будет залезать внутрь. Бас. Это все? Не, он еще серьезнее стал. Злющий какой. Пойдем звездочки пособираем. Давай, что-то. Нырять-то будешь, не? А, я не успел. Ладно.
Вот что мне жизнь не дает. То ли монетки какие-то, то ли хреново знает. Давай, ныряем. Осталось тут. Печаль. Как от этого удара так уйти? Погоди. Он все равно тебя задевает. Что-то сука какая-то. Подожди, как? Ну допустим, я слинял. Понятно. Прям на тебя летит, ты не видишь, с какой стороны нормально он летит. Ну, один удар остался. Все? Нет, не все. Не, ну теперь ты точно один. Урод. Вот, его можно замудить. Погоди. И вот в сторону. А где у него эта красная штучка? Бля, надо еще успеть на нее. Я из-за него не вижу, что происходит. Но из-за этой каши, короче, он не дает посмотреть, что происходит. Не успел. Надо вот прям за хвостом его лететь. Вот следуем за этой штукой красной. Стой, а вот так я могу? Блин. Когда эта хрень на земле находится, смогу ли я задамажить ее? Да ёпта мать. Сукин сын. Стрей. Или вот тут вот. О, хорош. На последнем издыхании я его убил. Тра-та-та-та-та-та. Бух. И он испарился. Трон. Да, я вижу, что у меня ни хрена нету ударов. Но босс непростой. Тем то, что планета маленькая, он вокруг нее крутится, и от него сложно убежать. И он мешает своей туловкой тебе вообще, в принципе, обзор какой-то делать. Ладно, пойдет.
Открылся портал в следующий мир. Хорошо. Ну, я думаю, как обычно, стандартно миров 8, наверное, так. Получена великая звезда. Ого, посмотри-ка, у тебя получилось. Ты принес великую звезду. Замечательно, теперь мы можем воспользоваться силой этой великой звезды и отправиться в другой мир. Хорошо. Мы на шаг ближе к возвращению твоей особенной. Наверное, твои возлюбленные, они просто опечатались. Сквозь пространство и время в неизведанный мир мы летим. У меня мурашки. Готов, капитан? Да, конечно, давай. Ща эта звезда смерти. Он будет завоевывать галактики. Надо... Этот какого? Гимн штурмовика. Тан-тан-тан-тан-тадан-тан-тадан-тан. Там-там-там-там-та-дам-там-та-дам. Теперь у нас все красненькое. Ого, только посмотри, мы нашли совершенно новый мир. Хорошо. Похоже, здесь должно быть полно звезд силы. Вперед, мы все рассчитываем на тебя, капитан. Но если много звезд силы, значит, соответственно, и пройти в другие левелы будет за них больше надо будет набирать. Надеюсь, они не заставят каждый левел потом по три раза походить. Я напросто. Фанерная. Фанерная галактика. Ну, полетели на мордолете. Тайна жучьего пазла. Жучий пазл. Щучьи руки. Щучьи руки, жучий пазл. Ой, блядь, пилы ебучие. Надеюсь, вы заметили, не заставят пазл собирать. Yes! Это меня удачно портанули, кстати. И чё? Чё надо сделать? Кому ёбнуть, чтобы переместиться? А вот совет. Нажав Z в воздухе, провёшь удар по земле. Ну понятно. Давай посмотрим. Кстати, такое распространена уже механика на, у Nintendo была. Плавали, знаем. Это что такое? Угу. Я так понял, что одну кнопку нажимает, вторая отжимается, вон там, круглая. Это кантри ловай. Нет, слушай. А чё, я никуда не переместился, ничего не произошло. Надо две кнопки нажать. Блядь, не так. Ну вот теперь с этой стороны она не вылезла. Теперь по центру надо бахнуть. Да ну ли в этой у Марио гусеницы бегает? Я что-то в предыдущих играх не припомню. Так, тут надо тоже 4 раза ударить. Бан. А остальные тогда что, 4 штуки запускают? Или не важно про какой? Понятно. Ну, на остальных звезды дадут. Или врагов. Чтобы не расслаблялся. Хуя тут бегать. О, все пошло не по плану.
Я все собрал. То есть не важно, в какой последовательности там эту мелодию проигрываешь, она все равно сработает. Ну ладно, мелочи приятно. Это пока мы жизни набиваем, потом будем их тратить. Так, тут с пилами надо поаккуратнее портоваться и перекручивать. Что такое? Денег наедят стопудово. Даст мне 70, они очень вкусные. Если я съем 70 монет, то, возможно, превращусь во что-нибудь. А у меня их всего 9. Пошел ты нахер, дорогой. Денег нет. Денег нет, но удержитесь. У тебя нет 70 монет. Но если вдруг найдешь вкусные и привкусные монетки, буду рад принять их. Обжора сраная. Не, ну может быть тут в бонусе где-то что-то валяется. Выключаешь одно, чтобы не попасть на другое. Пошел нахуй, обжора. Подожди, значит... Да, вот эта штука тут включилась. Их надо все три, короче, открыть. Подожди. Давай мы в трубу залезем. Тихо, пилы. Это бонус. У-ху. Чё он так радуется? А, ну понятно. Вот тебе 70 монет. Что же тогда эта курва превратится? В облачного Мария? А мне все равно не хватает. Мне все равно чуть-чуть не хватает монет. Я так понимаю, скидка пенсионерам не будет, да? А вот так можно сделать. До свидания. И еще десяточку. Нет. Так, а монетки с помощью вот этой звезды не собирает. Марио теперь стал зацепляться за уступы, кстати сказать. Ну, правда, это он очень убого делает. Как я первый раз туда прыгнул. Эта кнопка. Бах. Надо, наверное, это было делать с самой нижней, да? То есть с самой верхней точки. Да-да. А какая из них? Моя точка пусто. Какая скидка Марио всего лет 30? Так, наверное, в годах Марио это, наверное, уже пенсионный возраст. Ну, если не пенсионный, то предпенсионный точно. Так, сначала с самого большого. Бах. Бах. Вот. А еще раз можно ее вколотить туда? Да, можно. Я, наверное, перестарался, да? Мы их отзеркали. На той самой, ну, с другой стороны. Вот, и всех дел. А там не сиси тут минутами. Головоломщики хера. Марио, он же как кошак нахрен. Год за 9. Или сколько-то. Блять, заебись, взяли дырки, мне выпилили. Вы чё, охуели что? А платформу можно вернуть? Бля, она сейчас еще отпилит. Ебать, то ли все, валим туда. Сейчас все упадет. Чуть было не было. Надо подождать, да? Пиздец, пилы все пилят. Надо быстрее действовать. Так, жук вообще не на тебя. У меня тут лангольеры. О, ты точно?
пила, они как лангольеры, короче, пилят пространство. Блять. Я нахуй улетел вообще. Пила они как лангольеры, пилят пространство, как. Бля. Ты серьезно? Че это за чувак мелкий? Мозговой паразит. Я чисто из принципа с ним походил, чтобы знать, что от него ожидать. Блять, ты если не на паразита прыгаешь, а он все равно на тебе. Если не на паразита прыгаешь, то на пилу. Короче, трешак крепчает. Ебать, я тут лавировал. Все, тихо. Все, и пилу запускают, твою мать. Чуть было не было, все, я успел удрать оттуда. Ага, тут он снова барыга. Ему опять надо 300 звезд. Есть там что за этим, за шариком? Нет. Обратная сторона Луны неизвестна. Говорить, что надо? Добро пожаловать в магазинчик, что-нибудь полезное. Всего за 30? Да, давай, давай. Только что, жизнь или этот? Чего изволишь? Здоровье. Давай, наверное. Здоровье. Вилка в глаз или в жопу раз. Замечательно. Теперь накорми меня в обмен этого. Хорошо. Раз у меня тресатничек есть. Больше ударов будет. Не часто тут такие вещи даются. Скорее всего, мы летим к боссу. А пилы где? Где лангольер это? Прыгая в изометрии под разными плоскостями, нужно собрать пазл, блять. Нихуя вы ёбу дали. Надеюсь, он не сложный. Жучок. Да, он не сложный. Слава богу. У меня жучок должен с двух сторон получиться. Ебанулся. Тут не совсем всегда ориентируюсь, даже в какую сторону бежать. Все, я забрал жука. Йоу! Босс. Двойной жук. Запрыгнуть на нее? Он меня скинул, блядь, и все. Может, там что-нибудь с другой стороны есть? Нет. Тебе что надо, крысина? Не дамажит же его звездами. А! Семен Семенович. Надо залезть на него и треснуть как следует. Да-да-да. Вот так. Блять, не попал. Я перелетаю через него. Потому что я точно не знаю, куда я приземлюсь. Я скатываюсь еще с ним. Надо повыше. О, я теперь на нем. Как тебе такое? Да, он бешеный. Текаем. Ай-яй-яй, я не успел. Ну, его, кстати, можно наебать, хорошо. До свидания. Я прихлопнул жука. Называйте меня Билли Прихлоп.
Аврам. Тут, наверное, чтобы было попасть, нам нужно звезды с десяток, наверное. Если интересно, эту хрень в артмане заломать, что будет? Жизнь дали. Хорош. Звездолет Марио может идти дальше. Эй, походу карта мира слегка изменилась. Давай-ка посмотрим. Давай-ка посмотрим. Куда? Когда хочешь выйти немного, зажми, понятно. В общем, тут инструкция по применению всегда находится у тебя прямо на башке. Собирай их, чтобы над галактиками появлялись кометы. Что такое комета? Ну, я точно не уверен, расскажи, если узнаешь. Заебись. Обучение. Я точно не уверен, что это такое. Узнаешь, расскажешь. Это меня многому научило. Да что кубик найти? О. Ва! Нет. Ва! Готов. 40 жизней. Это большая карта мира. Силой великой звезды можно преодолевать огромные расстояния сквозь пространство и время. Теперь мы можем отправляться в другой мир, когда ты будешь готов, капитан. А как я буду готов, если у меня другие миры-то недоступны? Может быть, это просто, если ты хочешь вернуться на в первый мир, то ты можешь просто портануться туда, но какой-то смысл вообще теряется, конечно, в этом всем. Да. Вот это что такое? И все? Водопадная. Не, так или иначе, все надо проходить. Давай попробуем тут. В принципе, не важно. Обжигающий шустрый перец. Новая механика, кстати. Как там, круто-бур или быстро-бур был? Сейчас что-то с перцем надо мутить. На капхэт музыка похожа. А, они высоко стоят. Давай так их соберем. Бля, реально музыка из Капхеда. Только немножко аранжировка другая. Ёши! Ну-ка, что этот дурачок скажет? Забегай быстро. Как Соник, что ли? Как я быстро забегу? Острый перец. Спасибо. Может, я его так долбану? Нет. А как быстро-то забежать? О! Я почти был у цели. Удается мне от этого гумбу подрезать. Мне не нравится, что он тут находится. Направьте на экран, и что? Подожди, могу ли я подтянуться с помощью вот этого чувака? Нет. Направьте на экран, ну и чего? Направил, почти.
Что там от меня требуется? Вот, я почти... Ну, блядь. Так, насколько надо еще быстрее забегать, я не знаю. Давай, Йоши, ну прыгать. Прицелитесь в еду и нажмите Б. Какую еду? Подожди, это же есть еда, вот этот перец. Но они мне мешают почему-то целиться. Вот так цель появляется. Я ее могу вот так ловить. Ну и чего, блядь? Я должен на тот перец, короче, поймать как-то языком, но дело в том, что у меня сразу же исчезает эта хрень. Прицел исчезает. Ну, надо тянести. И как быть? Надо нучаком нацелиться на экран, которого нет. Ну да, так у меня шансов еще меньше. А, я чуть-чуть долбанул Йоши. Во, подожди. Может, что-то с этим надо сделать? Думаю, надо чуть-чуть поближе подойти, как-то попробовать. О. Ну так. Что еще дальше? Ну он так съезжает. Ни хера не понял. Да, можно этот уровень пропустить. Нацелитесь на экран, ну и чего дальше? Прицелитесь и нажмите. Я нажимаю. И типа прицеливать. Но вот этот вот экран меня смущает. Он мне не дает цель захватить. Так, вот эта штука работает. Но как только я подхожу к ней ближе, она перестает работать. Я что-то делаю не так. Ладно, назад вернуться. А, вернуться к карте. Вот. Попробуем не проходить этот уровень. Потому что странная какая-то механика. Б.
будет печально, если он обязательный. Катись, катись, бронекат. Так я не понял, что за хрень, почему надо именно нацеливать и нажать Б. Если вот эта штука и так работает, зачем ее нацеливать определенно? Никогда не поворачивайся к Марио спиной. А вот, кстати, я сейчас что-то с камнями буду делать. Там пацану вообще работает. Ну как прямо у нас на работе, один спит, другой работает. Я никогда не сломаю этот кристалл, не могу поверить, что капитан дает мне такую работу. Бла-бла-бла. Понятно. Да. Она будет сейчас вот эти вот камни ломать, за штуки. Вы стали Марио скалой, трясите пультом Ви, чтобы забивать врагов. Он теперь в шарик превращается. Не, ну слушай, много-много механик разных. Я думаю, что она тоже временная. Потом все исчезнет. Превратится в тыкву. Давай последнюю штуку ломаем. Потом надо будет стенку долбить. Сейчас еще боулинг зарядим. Там где-то звезды еще падали, я видел. Давай, на, страйк, ёпта. Остальные я уже не дотянусь. А нет, какие-то дотянулся. Давай еще разок. Воу. Чекпоинт. Так, и чё? Бля, я сейчас себе этот, как его, все заборы переломаю. Это опасность. Я так и улететь могу. Я, пожалуй, сохранюсь. Подожди. Я так понимаю, что надо вот эти вот все камни большие, валуны сломать, да? Не вот эти, а другие. Я не попал. Вот, минус один. Но мне что-то не особо, он, кстати, меня остановил. Вот. Еще-то два таких. Последний. И откроется вот этот вот купол. Странно, но у меня почему-то не забирает способность. Так, идешь ты в жопу. Что, не открыть? Аж надо всех завалить. Я оттуда пришел. Ну, может быть, с кого-то скрыть должен выехать. Ну или что-то в этом роде.
Так. Тут можно теперь со сломанными заборами очень легко подохнуть. Последний остался. А чё он не попал-то в неё? Вот. Да, действительно, нужно было всех замочить. И умереть. Ах ты, падла. Я... Вау. Понятно. Короче, когда урон получаешь, ты превращаешься в другого. Иногда на время тебе дают способности, иногда прям на этот как-то. Блин, как же мне в эту падлу-то попасть? Когда-то тебе дана способность до первого удара, а когда-то и нет. Когда-то просто на время. Жила. О, пока летишь, надо еще вот эти звезды успевать собирать. Говорить. Если нужно восполнить здоровье, стрельни звездой в одну из этих светящихся штучек на земле. Улетит монета, которая чуть-чуть восстановит твое здоровье. Я понял. Я хочу крушить. Давай-ка вот так. Где у нас? Вах. О, с помощью этих товарищей мы будем останавливаться. Ну, ёптетю. Бах, второй. Кстати, когда ты такой, в таком виде Марио, то у тебя звезда, короче, исчезает, вот она появляется. Гумба, пошел в жопу от меня. Крутимся. Только не в эту сторону. Опять. Что-то я так и не понял, кстати, как здоровье восстанавливать, ну ладно. Каким-то штучкам надо стрелять, чтобы все было. Да все, я думаю, я должен попасть. Сколько еще шаров надо замочить? Не то. Вроде все, нет? Может, надо опять всех убить? Говорить, но... Ищем клад, ищем клад. Эй, кто же в поисках звезд? Я ничего не вижу без очков, надеюсь, они в безопасности. Как он, они рядом? Мотыги долбит себе по ногам, а очков не надел. А, ну достаточно было просто прям в кристалл попасть, что ли. Ладно, не суть. Некоторые вещи тут работают просто так. Да, наверное, мне нужно здоровье купить. Тридцатка. Пойдет. Здоровье, естественно. Да, я уже не успел. Замечательно, тебя накорми меня в обмен на этот товар. Я ее там видел, но забыл уже про нее, пока этих пока метеориты эти ловил. Хрен с ним. Сейчас босс будет.
Турун-тун-турун-тун. Ну как мне добраться туда туда? О, пока летишь, вот оказывается, надо еще этим успевать по звездам, короче. Звезды эти ловить, которые за тобой светятся. Летят. И чё, и чё? Понятно. Угу. А куда его надо бить? В жопу? Запросто. Злющий какой. Кто быстрее? Не, он быстрее. Ждем. Ждем. Даже не можно пособирать. Этот босс не должен быть сложным. У кого? А, я не успел. Он теперь два раза крутится. По диагонали обойдем. Блять. А я уже как Dark Souls на Б жму перекаты, блять. Ладно, пусть крутится. Все, теперь мы крутимся. Бах в очко ему, прям. Готов. Ага. И еще раз. В очезу прям. Прям как любит Хидетака. Бэкстебом ему. Да, Хидетака, походу, подрабатывал маленько в Nintendo. С этими боксебами животным в жопу лупить. Бля, звук такой ножуляк топочущий. Как будто Марио действительно по металлическому полу бежит. Он такой же звук был, когда в Silent Hill бегаешь. Тоже там металлические были поверхности, по которым надо бежать, и как бы звук этот металла в тишине отражается. Вот, у меня теперь вторая механика, да, появилась? Потому что зал знакомый. Две соточки заработал. Так. Хорошо, что звездолет Марио может лететь дальше. По-видимому, в качестве сувенира ты взял... Что это, камень? Ага, молодец, приятель, наверное. И у нас, кажется, есть для него место, так что мешаться под ногами он не будет. Погоди, игра сохранена, это хорошо. Это как-то можно взять с собой? Говорить? Блять, я не вижу ни хрена. Мне этот жирный загораживает. Нет, слушай, это никак нельзя взять. Это просто сувенир какой-то, я не знаю. Ни о чем не с ним разговаривать. Так, давай сначала. Традиционно. Сначала заберем звезды. Пятерочку. Оп. Состригли, так сказать, урожай. Не то. Ёбаный рот этого казино, блять. Ну, чё, ты куда, блять? Я думал, он ко мне, этот, как он будет на месте стоять, он еще уёбывать пытается. Э, о, хрена. А чё это такое? А-а-а. Потайные ходы в башке у Марио, короче, появляются. Обалдеть. Мордолет, короче, ну реально как звезда смерти. Валун сюрпризов. Надо было, кстати, этому барыге сдать.
Надо было барыге задать этот бабло. Стой. Оп. Мордолет. А на него как-то можно улететь? Ну и ладно. О. Что 700? Звать. 700 звездочек требуется, тут урод, что ли? Похоже, ты нашел голодную люму. Надеюсь, у тебя полно. Понятно. Я уж забыл, что они, кстати, дают. Если ему дать 700. Когда я превращусь. Да сейчас, блядь. Этому живет. Бля, опять за барыги забыла дать. Позвать. Сейчас барыги денежку отстегнем и пойдем обратно. Вот он, барыга. Могу прибавить 8 к твоему счету. А, он у меня 8 звезд нашел все-таки. Положить или снять? У нас дебетовый вклад. Положить. Можно это, блин, просто взять и одной кнопкой сделать. Да, придется, по-моему, даски каждую эту. Каждую звездочку запихивать. Снять одну. Как же у тебя много осколков звезд. Он, наверное, кончил стопудом. У меня есть небольшой бонус для тебя. А моему жизу. Точнее, моему звезду, он нам жизу просто так халявную дает. Ах, а вот эта вот штука. Сколько она? 16 звезд. У меня их 10. Если здесь одна. Так, подожди. 2, 4. Тут все. 4. Потом тут получается 6. Тут 8. А как тогда 16 получается? Или это в общей сложности надо 16? Ну хрен знает, к шарикам. Крутые виражи. Не, будет неплохо, если в целом надо вот набирать определенное количество звезд. За всю игру ты должен, допустим, собрать там 23 звезды, чтобы пролететь куда-нибудь еще. Или только на вот в этом мире надо набрать. Я пока вот не знаю. Будет печалька вообще. Потому что вот здесь, вот это, с этой механикой водопадной, мне не это не пройти. Я не знаю, что от меня требуется. Точнее, предполагаю, что от меня требуется, но для этого как минимум нужен оригинальный геймпад от Nintendo Wii. Давай, крутые виражи, похер. Все, управится. Че тут сиси мять? Надо проходить. Я думаю... Не, я не успею, наверное. Целый мир тут освоить. Первый полет соколета. Симпатичненько. Новые мобы. Чем-то это все Донки Конгом пахнет. Кстати. Че? А, это... Это NPC. Соколет, соколет. Он не очень хорошо летает, и ему стыдно. Но при тебе он не стесняется. Пускай разденется. Соколет, покажи член. Может быть, он даже возьмет тебя с собой полетать. Давай я научу тебя парить. Полетаешь на соколете? Ну, как будто у меня есть выбор. Летаем. Мы летаем. Так-так, вот как надо летать. Ага, держи ровно и прямо. Вс.
все. А, тихо, мы падаем. Это начальная позиция. Для ухода влево изначальная позиция, просто наклони влево. Угу. И тут, короче, снова нужен нончак с гироскопом и камерой. Суколет. Наголет. Суколет. Да, я не могу это сделать. Никак. Это, видимо, надо в самом эмуляторе настраивать поворот. Если он такой вообще есть. Там, по-моему, можно только вертикально или горизонтально держать в V-Mode. Давай к карте. Налетались, блядь. Надеюсь, здесь еще какой-нибудь пизданутой механики не будет, которую надо там, я не знаю, в очко себе засунуть какой-нибудь там, блядь, нончак. Прикинь, да? Гарно было. Купил Nintendo Wii, блядь. Пердолишь себя нончаком. Просто чтобы игру пройти. Кто такие? О, здравствуй. Сейчас все делают свои упражнения по плаванию. Угу. Сейчас меня плавать будут учить. Вот совет. Моя дочка Тостя. С мячиком. Да, да. Нунчак, БДСМ-чак. Вот совет. Существует трюк, позволяющий мастерски плавать. Хочешь увидеть какой? Ну давай, блядь, удиви меня. Поехали. Гребем на А. Чтобы нырять, Z. Хорошо. Надо учитывать, короче, контролить воздух. Вперед, чтобы плыть вниз. Ну ладно, понятно, можно это все назад, чтобы плыть вверх. С этим понятно. На поверхности используют это для управления, ныряя, нажимая Z. Под водой плавать, ну понятно. Наклонение вперед для погружения. Его я понял. Начнется, знаешь, да. Или найди пузырь. Или найди пузырь. Как романтично. Я пока не буду нырять, не вижу смысла. Но вроде механика особо не это, не требует поворотов жутких геймпада там. Ну, чака там, вот этого БДСМ чака. Пока и так сойдет. Так, а тут придется нырнуть, да? Бам-бам-бам, еще. Еще ныряй. Ну. Поплыли, ёпала. О. И сюда. Чпок. Ну, как-то так. Так, ну тут стопудово надо нырять. А, вот воды это будет поудобнее делать, конечно. О, можно побыстрее плавать. Очко пошли. Я еще только учусь. Монетку возьму.
Как попал, даже вообще не в одну. Идите в пизду со своими монетками. Чё, куда мне, в какую сторону? Давай, Лулок, чё ты мне расскажешь? Говори. Что это все значит? Ищешь звезды? Ага, ну что ж. Я могу сказать, что надо добраться по водопадам. Это возможно. Надо забраться по водопадам. Вот, может быть, эта звезда мне поможет. Я уже на водопадах? Вон там кнопка. Ну, плюс-минус вроде, да, увидел. Стараться туда. Кто такой? Ушел в очко. Я не буду с ним разговаривать. Все замерзло нахер. Ура, полностью заморозилась. Замахни, чтобы прокатиться по льду, поворачивай. Ну, я так и думал. Раз тут есть пингвины. Что, надо? Я такой голодный, дашь мне 15? Да, конечно, у меня самого 4. Нахер пошел. Да, может быть, найду. Все. Вау! Не, ну как же Nintendo и уровень без зимы какой-нибудь, без льда. Фи. Тут у Марио редко ботинки коньками стояли. Что делать? А, может быть... Может быть, отталкивать друг от друга? Ой. Блять, я проскакиваю. Что-то такое. А не туда, блядь. Утырок усатый. Все, я запрыгнул. Есть. Одна звезда на месте. Но только не... Блядь. Идиот. Вот любит Nintendo вот эту вот механику. Отталкиваясь друг от стенки, от одной к другой лететь, и потом от нее тоже так же. Пум-пум-пум-пум. Очень часто встречается в играх. По крайней мере, у них. Так, лететь-то он может. Только звезд мне не хватает. Так, вот здесь я могу одну звезду заработать. Нужно еще 5. Тут сразу не, ну, не получается механика. Вот такая. Тут все. Тут тоже не работает. Тут какая-то, я не знаю, дадут мне здесь звезду, нет? Все уровни не получится проходить. Давай хотя бы тут. Попробуем подраконить. Исследуя космопещеру. Ключик от чего-то дадут. От звезды, наверное.
Добро пожаловать в галактику. Короче говоря, мне от этого чувака дадут. А я уже на льду, да? Мне от этого чувака дадут ключ. О, там труба есть. Я так понимаю, что я там прям сейчас под этой окажусь, под водой. Допустим. Чик. Уплываем. Плыви, говорит, быстрей. Я стараюсь как могу. Это на время. Ёпа мать. О, опять тот же самый. Ай, блин. Вот я не знаю, правда, как быть с теми левелами, которые того самого. Слушай, вот эти чуваки, они... Да, они безобидные. Когда видишь переключатель, закружись, чтобы включить его. А потом что произойдет? Потом что-то произойдет, я знаю, что там произойдет. Начнется вообще трешак полнейший. Так, учитывая запас воздуха. Да-да-да, управление смотреть. Есть ли там поворот? Ну, вот я сейчас скачал, короче говоря, профиль для... конкретно для геймпада карабоксовского с учетом... ну, для этой игры конкретно. Вот. Но... почему именно такую механику они не учли? Я посмотрю. Посмотрю, может быть, дополнительно как-то что-то можно настроить. Именно поворот сам. Хер его знает, может получится. Что делать? А-а-а. Ускоримся. А если я в этот воздух не попаду, тогда мне хана. Ну, в смысле, вот, если я вытолкнусь от поверхности. Давай быстрей. Быстрей. А, вот, вот так. Я думал, то, что я должен появиться... получается, затылком к крану. Ну ладно. Без лишних вопросов. Так, ждем. Дай быстрей. О. Надеюсь, из способных механик достаточно хотя бы один уровень освоить. Чтобы было, ну, чтобы можно было к боссу пройти. Потом этой механикой просто пользоваться, чтобы в настройки эмулятора не лезть лишний раз. Чё говорить, ну? Спасибо, там было так душно, даже не представляешь. Напердел стопудово в своей этой капсуле. Гаденыш мелкий.
Ну, тут босс. Чё за челик? Отдых оборвался, я не могу плавать во льду. Бррр. О, Марио, он не заметил тебя. Я им исследовал местность, чтобы помочь тебе найти звезды. О, смотри, там звезда. А там давно хотел сказать тебе... Пошел в жопу, короче. Там звезда, тут хе-хе-хе, вот эти вот междометия ссаны. Давай, босса. Надо как-то приземлиться. О, крутобур. Или как там это говно называется? Че, где все? Допустим. Надо всех убить, наверное. Осталось-то последние, да, две штуки? Тут, может быть, даже и босса-то не будет. Надо было забуриваться вот в эту землю, да? Которая коричневого цвета. Такую он просто не хочет забуриваться. Чу. А я-то думал. Давай. Бррр. Заебись ты делаешь. Допустим. Жизнь собрал, а надо мне, получается, забуриваться где-то вот тут. Бля, ну почти. Вот в этой точке. Почти. Они что и сделали-то, вот видишь, продолжительные, длинные, прямоугольником. Чтоб ты еще помудохался. Так, а я могу как-то это ударить, блин, выкинуть этот бур? Он мне типа не нужен больше. Ага. Конкретно нужен ключик. А этих черепах я не могу пробудить. Ебись. Так, ровно посередине этой штуки, да? Так, здесь я бурился. Вот тут. Не то. Где-то мне должно быть внутрь купола вот этого должны выкинуть, вроде как. Либо мне прям забуриваться. Чтобы их убить, что ли? Подожди, ничего не пойму. Что требуется от меня? На той стороне еще есть поручил он, чтобы снять. Точняк. Может быть, это так надо делать. Как не убить? Или убить? Так, я их хотя бы глушу. Что надо делать-то ему? Буром его, что ли, убивать? Подожди, надо понять, как их мочить. Тут надо всех убить, чтобы ключ получить.
Тут есть бур. Один. Звезда сверху, это потом. К ней будет либо тут, или что-то в этом роде. Вот. А почему у меня до этого не получалось? Странно, почему-то до этого ни одного не получалось и бить. Он как будто не наносил урона, сейчас нормально. Все лопается. Вот и ключ. Меня должны портануть к этой звезде. А нет. Да, аж последнего. Буране. И куда мне это приведет? Хуя себе, я фауну тут попортил. Я понял. Ты, короче, буришь центр планеты, чтобы из нее вода вышла изнутри. Ну, как шарик, короче. Ну... Вау, просто. Не, ну прикольно. Прикольно, конечно. Сколько там, 16 звезд, да, требовалось? Сука, хоть на отмане моими ломай, блин. Дерзкий пингвин на борту космолета? Что-то новенькое. Но кажется, он хочет передать тебе пару слов. Я бы не стал заставлять его ждать. Ну, пойдем с пингвином попиздим, что надо. Кто такой? Ладно. Иди сюда. Взмахни, когда ты в воде, чтобы набрать скорость. Многие пингвины не знают об этом. Как-нибудь. Обязательно. Не то. Вот. Ёбаный урод этого казино. Так, ну пойдем, какой еще уровень посмотрим. 20 минут есть. Надо 16. 4 не хватает. Еще один можно пройти. Ну давай фанерную еще раз попробуем. Особо-то выбор небольшой. Но, мне кажется, звезды все-таки плюсуются. Дай на жучьего пазла. Будет неплохо, если можно будет проходить понравившиеся тебе уровни, как бы, чтобы просто зарабатывать звезды и проходить дальше. А не именно пользовался теми механиками, которые тебя навязывают. Но мне сдается, что я прохожу один и тот же левел. Подожди, я не знаю. Даже с кривыми этими механиками два уровня, они же мне не дадут 4 звезды, правильно? Да.
С кривыми механиками, короче говоря, там два уровня. Значит, каждый еще получается по разу надо пройти из тех двух. Наверное. И тогда можно будет, получается, открыть к боссу. А вот так. А тут, скорее всего, секретный уже какая-то. Секретный уровень, пазл там, я не знаю. Это вот кометы какие-то. Я не успею. Жаль. Да ну, ты только забегаешь к этой штуке, она сразу же ее обрезает. Как они предлагают это сделать? Улетел просто левел. Меня к звуку, да, сейчас отправят. Ну, тут не обязательно что-то покупать у него. Так сойдет. Так. Вам. 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 Эй, ты же запрыгивал. Даже сама игра не врубается, в какой плоскости я нахожусь. Быстренько отмудохаем, и все. По идее, конец уровня. А ты как пойдешь? До свидос. Ага, вот эту звезду я типа уже забрал. У нас засобирать ее не вариант. Получена звезда, которую я уже взял. У меня там 12 было звезд. Если это будет 13, тогда можно типа хоть заново уровни проходить. Да. Нельзя пройти то, что еще раз. Печалька. Короче, уровни со знаком вопроса не дают еще одних звезд. Либо надо смотреть, короче говоря, какие-то тайные ходы там. То есть очень внимательно изучать левел. Здесь дважды нельзя, короче, получить.
звезду. Я туда точно не пойду. Там вообще трешак творится. Копательская галактика. Давай попробуем здесь звезду одну заработать. Она вроде есть. И типа не скрытая. Вот. Я не туда хотел. В чем так криво? Прям очень аккуратненько надо шевелить этими всякими штучками. Копательская. Не, ну еще звезду запросто можно получить. Давай. Закопанные серебряные звезды. Надеюсь, дадут то, что надо. Ну, музяка на крэшевскую похожа. Ладно. А зачем меня сюда портанули? Ну я хотя бы от двойников избавился. Что тут надо делать? Так, давай тогда попробуем завалить этот цветок. О, как ползти? Что-то вжук-вжук-вжук, короче, куда-то я прилетел. Допустим. Я без цветка не успею. Я успел? Ну да. Время вышло как раз, когда я всех заворачивал. Ладно, давайте следующее. Так, это подземелье. Угу. Забавно. Надо учитывать, под каким углом ты забуриваешься. Ладно, я прошел вроде. Там, где надо использовать буры, его обязательно дадут. Без бура тут в некоторых местах, блядь, просто не пройти. Так. Повезло. Со звезды на звезду. Ну, по идее, тут должен быть босс. Спасибо. Будь здоров. Вот, наконец-то я поймал ракурс сложный. А где то, что мне надо? С какой стороны?
Бум, нашел. Жду, нашел. Что надо? Толкать ее до туда, что ли? Или урон получить? Подожди. Она от меня улетает. Два варианта. Либо мне забуриваться прям с ней. Так. Где-то надо забуриться. Так, чтобы она перестала быть воздушной. Наверное. Я не знаю. Она прям за мной следует. Берег две, да? Они от меня убегают. Замечательно. Погоди. Где у нас еще можно пробуриться? Вот тут, допустим. Ага, не долетел. Надо тут все продырявить, блять. Надо тут все продырявить, короче. Блять, а где бур? У меня опять бур стащит. Да твою мать. Ну хотя бы отмечаются дырки, на которых ты уже был. Так, надо еще левее. О, 3 звезды. 4 звезды. Походу надо вниз буриться. 5 звезд. И они типа сделали одну большую рабочую звезду, да? Понятно. Ну хоть так. Теперь надо на выход. Где она? Где звезда моя? Вон она. Чёрт. Звезда-то получена. Вот надо для этого, для попадания босса, еще 3 звезды. Как раз вот эти вот 2 левела со стороны... О, знаешь того Тодда, что вернулся с тобой? Видимо, он подрабатывает космическим почтальоном. Иди развлеки его. Вдруг у него есть что-нибудь для тебя. Он бур не дал. Я понял. Ну и ну, что тут у нас? Крутобур. Что им копает? Очко твое. Только не прокопай до центра своего мордолета. Сотрясение можешь получить. Как раз вот 2 уровня тут с этими дурацкими механиками. Там типа поверни это, поверни то. Ну, традиционно я жизнь не пропущу. Готово. Что надо? Привет, Марио, я решил начать доставлять почту. И мое первое письмо для тебя. А, сейчас я очень далеко, но я в порядке. Я знаю, что ты спасешь меня. Я кое-что приложила к этому письму, надеюсь, это пригодится. Оно в порнушной фотографии, да? Принцесса Пич вложила грипп в жизни твое письмо. О, даже будучи в плену, принцесса такая заботлива. Приходи в следующий раз, когда будет доставка почты. А, ладно. Давай этому тоже сольем. Ну, я сейчас вне стрима, короче, посмотрю, как поворачивать геймпад.
Ну, геймпад это нунчак, как это настроить. Это может занять время, кстати. Хорошо. Ну, тут все звезды получены, да? Да, тут две. Не, по-любому надо... Ну, тут еще можно пройти, но это вообще жить, конечно, полнейшая. Надо те механики осваивать с полетом птиц, вот это вот, то, что они... Это потом будет еще встречаться. Как ни крути. Каменные шары. Давай, просто вот один раз. Водонапорная галактика. Попробую подергаться, вдруг что-то изменилось там, я не знаю. Колдовство какое-нибудь произошло. Как раз тут недалеко. А музыку у Капхеда спиздили. Там этот уровень, там где в цирке бегаешь. Ни хрена. А теперь хрена. Кто знает, может, и с птицами можно что-то сделать. У Йоши очко горит, и он бежит быстро. Как Соник. Все рушится. Но, мудак. Понятно, сразу бежать. Полетели. Давай, поджигайте мое очко. Сложность просто в том, что да, можно просто упасть оттуда было. Потому что под разными углами крутишься. Так, этому товарищу я ничего не дам. Обойдется. Но тут видимость вообще, конечно, по минимуму. Вау. Да. Пока перец из жопы полыхает, надо, короче, либо ударяться нельзя. Не знаю. Да, ударяться нельзя. Да ёб, хватит. Он сразу же, короче, грючить начинает. Да ёб, ну как? Это пейнтбол тут вообще начинается. Палочек каких-то понаставили, блять, попробуй не это. Я ж забыл, как тут на языке так подниматься, крутиться. Я не дотянулся. Ух. Не, я уже торопиться начинаю. Я, короче, этот левел пройду.
И потом посмотрю, что там с этими. А пока на сегодня все. Я постараюсь продолжить, так сказать, прохождение этого Марио.